Всем привет! О, смотрит. Сегодня 27 марта 2023 года. Вот так вот собаки едят кости. Я наварил им каши последний раз на таких, на ребрышках. Купил кости реберные, хорошие, свиные. И наварил, целое ведро выварил, кашу, соответственно, запарил, а ребра отложил, даю им иногда развлечься. Вот сюда они любят в разные концы двора спрятаться. Чичи он поселился возле Геры, потому что там ей перепадает. Но так старается, чтобы друг дружку не видеть, потому что нервничает. Чичи вышел на прогулку, я сейчас собираю столовую. Сейчас где-то около 12, в 10:30 бухнул два раза. Но я думал, где-то в Краматорске, как оно обычно. Написали, что не в Славянске, в центре. Фотографии уже даже есть в телеграм-канале. Ну, по фотографиям можно, конечно, понять, кто местный. Ну, как бы, пока конкретно не писали, поэтому что там говорить. О, пожалуйста, мышу искали, наверное. Я только увидел. Ну, написано, что сгорело 5 машин. Насчет жертв пока никаких новостей нет. Будем надеяться, что обошлось без этого. Ночью обещан был дождь. Сейчас глянем, сколько градусов тут. Ну, 10-11, да, так оно и есть примерно. Ночью был обещан дождь. Ну, капал он утром. Ну, чуть-чуть покапал уже, и все высохло. Поэтому ничего тут такого. Погода, правда, мрачная, такая сырая. Завтра уже будет идти похолодание, и завтра опять дожди. Ну, вот она тащит, вторую порцию взяла. Только как-то кость была огромная. Я вроде тащил цельную, а потом она развалилась, ну, видите, уже сгрызла. Ну, пускай чича гуляет, в общем, попасую немножко и буду уходить. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока.